Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша, и это третье видео с преображением моих ноготков и тестированием материалов. В двух предыдущих видео я делала маникюр новой фрезой, а также укрепила и немного изменила форму ногтей с помощью нового полигеля, купленного на AliExpress. В сегодняшнем видео покрытие ногтей гель-лаком и небольшой дизайн. Если вам интересно, как это будет происходить, то продолжайте смотреть. Сегодня в дизайне участвуют гель-лак Билен с блесками, гель-лак Бал номер 333 лазурная глубина и CND черный номер 12. Топы фирмы Бал матовые и без липкого слоя. Небольшие капли поставлю на палитру. Это мне пригодится, когда буду подводить гель-лак к кутикуле. И местами в дизайне я буду наносить тонкой кистью гель-лак, так как кистью из флакона будет неудобно. На большом пальце буду использовать два цвета. По центру один, а по бокам другой. Этот бирюзовый цвет очень хорошей пигментации. На этом ноготке я нанесу гель-лак тонкими втирающими двумя слоями. А на других ногтях вы увидите, что его можно использовать и как однослойник. У меня на больших пальчиках ноготки немного широкие, а такой дизайн визуально немного сужает их. Перекрою ноготок матовым топом Вельвет фирмы Бал. Очень приятный на ощупь топ, но перед этим перекрою топом без липкого слоя, чтобы немного выровнять, так как матовый топ густой, им сделать выравнивание сложно. Пока оставлю так, дальше будет дизайн.
А сейчас на двух ноготках нанесу покрытие гель-лака в один слой. Он очень хорошей пигментации, все перекрыл в один слой без проплешин. Посмотрите, как он отлично самовыравнивается. Один ноготок покрою матовым топом, второй глянцевым. Пока оставлю так и выкрашу оставшиеся ноготки. Вот все ногти покрыты, приступаем к рисованию.
Использовать буду гель-краску Коди черного цвета. Она без липкого слоя. Все рисунки наношу поверх ногтей, покрытых уже топом.
Если вам интересно, как я буду и дальше учиться рисовать сама себе на ногтях, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Тогда выход нового видео вы точно не пропустите, ведь на канале еще будет очень много интересных видео. Постепенно я буду осваивать это мастерство. Я не училась этому, и мастер сам себе, поэтому не судите строго. Но обязательно пишите мне советы и подсказки, если я буду что-то делать не так. Ух, и намучилась рисую, но вот что получилось. Думаю, это стоило того. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. На все товары ссылочки оставлю внизу под видео. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока!